Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать вот такую вот анимацию. Плюс мы с вами еще сегодня сделаем эдит. Сначала я покажу анимацию, а если вам уже будет дальше интересно, то я покажу, как сделать сам эдит. Начинаем! Логично, что сначала мы должны добавить фото. Дальше мы должны добавить формат. Сейчас покажу, какой. Если вы хотите добавить, например, 9 на 16, то вам надо добавить 16 на 9. Если вы хотите добавить 3 на 4, то вам надо добавить 4 на 3. То есть делаем наоборот цифры. Затем мы просто берем наши фото, поворачиваем их на 90 градусов и увеличиваем в масштабе, вот как вот на видео. Затем, когда у нас все готово, мы должны добавить анимацию «Маятник 2», чтобы все фото у нас были вниз, когда мы перевернем, потому что если мы добавим «Маятник 1», они у нас будут вверх. Ну и само собой, это мы сохраняем. Дальше нам надо добавить одно фото и потом наше видео, которое мы уже с вами сделали. Затем я уже делаю соотношение сторон не 4 на 3, а 3 на 4, то есть наоборот. И вы делаете точно так же, меняете просто цифры. А затем мы это видео поворачиваем на 90 градусов, как делали с фото, только уже, чтобы оно у нас было прямо. Ну вот, посмотрите, что получается. Анимация готова, а теперь осталось сделать сам эдит. Делаем начало с фото. Мы с вами берем вот этот вот эффект и делаем интенсивность на 0. И ставим его на наш первый кадр. Дальше мы делаем приближение и отдаление с помощью вот этих вот ромбиков. Я их так называю. Если хотите, можете еще добавить тряску, как у меня. Вот просто смотрите, как я сейчас делаю. Ну и там для красоты. Потом мы с вами добавляем музыку и водяную надпись Ника по желанию. И сохраняем это чудотворение. И сейчас я покажу вам результат. Я надеюсь, что смогла вам помочь. Всем большое спасибо за просмотр и пока!